Волнительная атмосфера, пение участниками новых и старых хитов, громкие крики радости и грусть неудач – то, что сегодня можно было увидеть за кулисами кастинга «Поющих городов». Талантов здесь, кажется, собралось немало, и это неспроста. Мероприятие в этом году обещает удивить новыми правилами и новыми звездами. Большое число участников со всей Брестской области – показатель популярности конкурса. 14 августа желающие пришли на предкастинг с целью всерьез заявить о себе. Амбициозные, талантливые ребята брещины, отобранные в этот день, попадут в следующий тур. В дальнейшем они станут представлять свой город и свой регион. Почему решили принимать участие в этом конкурсе и чем вы будете удивлять жюри в этом году? Я решила принять участие в этом конкурсе, так как я с детства пою и всегда хотела спеть на большой публике, чтобы меня кто-то увидел, может, даже кому-то это понравится. Удивлять, я решила это спонтанно, только вчера увидела про этот конкурс, решила принять участие, поэтому песню выбрала спонтанно. Я пришел на этот конкурс, потому что хочу победить его. У меня очень такие цели, но я хочу добиться своего. Я ранее участвовал в вокальном конкурсе «Звонкая раница». Я участвовал в кастинге, прошел, был финалистом этого конкурса. И сейчас у меня новый вызов «Поющие города». В прошлом году не знала о кастинге, то есть не успела, узнала позже. А до этого по возрасту не подходила. Буду удивлять репертуаром Келли Шексон «Because of You». В новом сезоне популярного шоу телепроекта СТВ ожидается полное изменение формата. Главная особенность – расширение границ песенного конкурса путем привлечения еще большего количества городов. Прослушивание кандидатов в шоу «Поющие города» будет проходить до 28 августа. Важным ограничением, как и прежде, является возрастная составляющая. Участникам должно быть более 16 лет. Формат поменялся проекта. Два года он был... То есть город против города, в этом году мы решили столкнуть области. Зачем поменяли? Потому что захотели как-то по-новому, захотели охватить больше территории, потому что все-таки у нас 66 городов в этом году, а всегда было 42. Вот, дать шанс большему количеству людей, собственно, выйти на нашу белорусскую эстраду. Сейчас мы будем проводить предварительный отбор из общей массы, то есть таких очевидно не поющих, не интересных людей мы будем отсеивать, а все остальные будут приглашены на большой кастинг, который будет проходить здесь же в Бресте, в формате большого шоу а-ля X-Factor, где будет сидеть творческая группа, закрепленная за Брестской областью. В этом году у жителей Беларуси появилось еще больше возможностей показать свои таланты на песенном конкурсе третьего сезона шоу «Поющие города». Вокалисты со всех уголков нашей страны, пройдя все туры отбора, в скором времени соберутся на одной большой сцене в Минске и будут бороться за главный приз. Всем, кто еще не успели показать себя и свои таланты, следует обратиться на сайт телеканала СТВ за подробной информацией о городах, где группа судей еще не побывала. Кто знает, может быть, пришла и ваша пора стать яркой звездой. Because of you, I wanna stay you far from the sidewalk. Because of you, I long to play on the safe side, so I don't get hurt.